В районе 14 километра столкнулись джип и внедорожник. Занята крайняя левая полоса по направлению в город. Водитель джипа признается, испортил свой выходной день. Вместе со своим оппонентом двигался с Океанской в сторону Владивостока. Nissan Pathfinder ехал по крайней левой полосе, Suzuki Skoda по средней. По крайней правой ехал большой груз. Он начал немного смещаться влево, я тоже начал смещаться, меня занесло. Ну, видите, как получилось. То есть меня развернуло полностью и, соответственно, Pathfinder меня въехал. В итоге внедорожник передней части авто врезался в левую боковую часть джипа. Повреждения машин не критичные, оба автомобиля на ходу. Вызывают на место ДТП аварийного комиссара. Но тот советует позвонить в городскую ГИБДД. Причина – плохо почищенная дорога. Участок от загорода до Академгородка. Если бы не гололед и снежный накат, то аварии, возможно, и не случилось бы.